об этой книге, которая прям налюбоваться не могу. Очень симпатичная Лена, очень симпатичная книга, все, все замечательно. Эта книга родилась, потому что очень многие люди задают мне вопросы. Такое ощущение, что я все знаю. И эти вопросы иногда задают общечеловеческим тоном, как это положено, ну, интересуясь чем-то. А иногда задают с очень таким негативным, таким под смешным контекстом, понимаете, что я хотела сказать, для того, чтобы что-нибудь выяснить, журналисты. И вот те же самые злые, самые ужасные, самые неприятные, самые колючие вопросы журналистов я решила все соврать, раз, как им кажется, это самое интересное. И честно, но также злобно и также под ковыристо им ответила. И вот получилась такая книга, которая, по сути, отвечает на вопрос, как же зарабатывать денег, и как же сделать из своего имени бренд, или как же сделать себе имя. Это не обязательно те люди, которые могут писать на русском языке. Или сколько статей, сколько раз его имя упомянуто. Очень мне нравятся, они мне как дети, понимаете, вот у меня 24 ребенка, я мать-героиня, сверхгероиня, как можно из них кого-то выбрать? Ну, конечно, те, кто написан, те дети, кто написаны наиболее ироничным стилем, потому что иногда я в ударе, вот знаете, вот и шоколад мне здесь тоже очень здорово помогает, чем больше вот этого пенч, тем больше получается весело, задорно, стебно, зло, иронично, и даже иногда саркастично. И вот такие вещи я свои люблю. Когда уже вынужден писать литературные произведения, там чуть-чуть больше, там мне приходится весь этот пенч, весь этот сарказм и иронию запихивать в сюжетную линию. Поэтому сюжетные линии моих новых царей, например, безумно закручены, заверчены, там перевернуты, там ни один конструктор не разберет, настолько сложно. Но вот я всегда борюсь между тем сюжетом, который должен быть интересен, и той формой, в которой этот сюжет преподносится. И я не знаю, что важнее для писателей. Вот боюсь, что если я скажу, что важнее стиль, читатели могут обидеться. Но вот сам процесс чтения саркастичных, ироничных вещей, мне кажется, это вот прямо вот предоргазмичная история. И именно такой стиль написания книг, мне кажется, самым приятным. Мне кажется, что сегодняшние читатели гораздо больше интересуются вопросами, как же реализоваться, как стать успешнее, неважно в чем, чем бы он ни занимался, как добиться еще большего признания, как добиться еще больших денег. Именно об этом моя новая книга «Как стать богатой и знаменитой». Она, конечно же, предназначена для женского читателя, но и любой мужчина может увидеть во всех этих советах все, в общем, то же самое, сплошной унисекс. Метросексуализм в действии.